Мої вітання всім глядачам музичного каналу ОТВ в ефірі кулінарно-розважальна програма «Бон апетит». Сьогодні ми чекаємо в гості руденьку красуню Лану Меркулову. Свого часу вона була яскравою прикрасою групи «СМС», але зрозуміла, що виросла вже з тих штанців і розпочала свою сольну кар'єру. Як Лана співає, ми знаємо, а от чи вправний вона кулінар, дізнаємося прямо зараз. Лана Меркулова закохана в музику з грудного віку. Батьки могли заспокоїти майбутню співачку, яка вирадувала в своєму ліжечку, тільки вімкнувши радіо. У дитсадку та в школі без співів Лани не відбувалося жодне свято. Закінчивши музичну школу по класу фортепіано, наша гостя вступила до музучилища на спеціальність теоретик-музикознавець, а потім до Донецької консерваторії, де отримала степінь з джазового вокалу. Паралельно Лана знаходить час для різноманітних конкурсів і фестивалів. Зокрема, вона є лауреатом «Червоної рути 95», «Перлин сезону 97» і Московського міжнародного фестивалю «Джазові голоси 2000». На одному з виступів познайомилася зі співаком і композитором Олександром Ярьоменко, з яким створили популярний гурт «СМС». Однак восени минулого року Лана пішла з «СМС-ок», щоб стати фронтменом поп-рок-гурту «Red Fox». Разом із нею до гурту входять досвідчені українські музиканти. Музику та тексти пише той самий Олександр Ярьоменко. Шановне панство, я ще раз вітаю вас з Золотого берега, з розважального ресторанного комплексу «Золотий берег». Сьогодні у нас тут дівчача компанія, а там, де дівчата, там завжди солодко. Тому я з задоволенням хочу представити суперкондитера ресторану «Золотий берег» Оксаночку. Оксана дуже хвилюється. Сьогодні у неї перший дебют телевізійний, що не скажеш, звичайно, про нашу гостю. Ви всі впізнали. Це Лана Меркулова, колишня СМС-ка, а зараз Red Fox. Сьогодні вас чекає випробування солодким. Як ви взагалі ставитесь до солодкого? Я дуже люблю сладке, дуже. Тому я так довольна, що я попала к вам сюди на передачу. А взагалі-то часто вас можна зустріти на кухні? Ну, в последнее время, конечно, реже, а вообще, как бы, пока меня не завернула, так сказать, эта волна шоу-бизнеса, я, в общем-то, достаточно проворно на кухне справлялась в свое время. Сейчас уже предпочитаю больше либо где-то питаться вне дома, потому что времени, собственно говоря, нет, либо готовить что-то такое, что можно быстро швиденько приготовить. Да. Так, ну, Оксаночка, теперь расскажите мне, что это будет за тістечка, чим ви нас сьогодні порадуєте? Ну, сьогодні ми будемо готувати корзинки пісочні з кремом патісьєр і з фруктами. Дівчата, скоріше це робіть і будемо куштувати. Я вас залишаю, щоб не плутатись під ногами. Спочатку ми беремо муку сюди, додаємо. А скільки тут муки? 250 грам муки ми беремо, приблизно. Потом нужно взять терочку и масло надо потереть на терочку. Тоже 200 грамм масла. Вот. На мелкой терке? Нет, на вот такую, на крупную. Так? Как бы, да. Да, ну немножко оно мягкое, но ничего, оно мы все равно его будем... Ну как раз хорошо, да. Оно все равно будет размягче. Да, я уже такое делала. Точно. Так как бы делаем песочное тесто. Для печенья я такое делала тесто. Ну да, это как для печенья, можно для корзинки его делать. И вот мы его так перемешиваем. Давайте. Так все так перетираем как бы ручками. Так. Потом мы добавляем сюда сахарную пудру. Потом мы добавляем туда яйцо. Сейчас оно так комками получается. Надо его немножечко растереть. Яйцо добавлено. Я вообще помню, что я тесто делаю обычно, ну, в последнее время вот в кухонном комбайне. Это удобнее, потому что... Да, конечно, удобнее. Руками... Ну, это как бы можно сделать то, что можно сделать в домашних условиях-то. Да, да, да. Ну, я думаю, что в наше время уже у всех есть либо какой-нибудь... как он называется, миксер, да, блендер, ну, что-нибудь такое, чем можно быстро-быстро размешать тесто. В общем, достаточно всяких приспособлений. Это уже перчатки здоровые, они просто тонут в этом тесте. Мы добавляем еще ванилин сюда и разрыхлитель. Немножко ванилина сюда, немножечко. И
розрихлюють. Взагалі-то ванілін – не обов'язковий компонент. І якщо вам він не до смаку, можна обійтись і так. Так, я все запомнила. Мука. З чим там? Сахарна пудра, масло, розрихлитель, яйця, розрихлитель, да, і ванілін. 6 компонентів. Да, це все замішується і ставиться в холодильник. Треба, щоб воно постояло, застило, ну і тісто как бы стало таке більш податливе. Щоб пісочне тісто не вийшло тягучим та твердим, його не слід довго м'яти. Трошки ніжненько змішати компоненти, і цього буде достатньо. Наше тісто тим часом охолонуло, і ми можемо переходити до власне створення корзинок. От наші формочки. Так, я щось покажу. Беремо немножко тіста. Вот можно его раскатывать, но я могу не раскатывать. То есть можно так оно... Если а толстым слоем? Нет, если оно прилипает, немножко туда мукички. Вот так. Если прилипает, да, пальцы, он, да? Да, пальцы прилипают, немножко муки. Так и вот так. Вот так берите. Вот так. И вот так. Да, по кругу, как такой, как цветочек делает такой. Ой. Вот, лишнее тесто мы убираем. То, что вылазит, не надо запихивать туда. Да, вот так. Значит, мне не хватает. Я добавлю. Надо вот так, вот так. Вот этого много, нормально. А, да? Надо, да, вот так. Ну, видите, профессионалам виднее все равно всегда. Так делать. Так, вот это теперь лишнее. Да, вот это лишнее. Все лишнее, все убирается. Если сильно муки много добавить сюда, оно будет такое жесткое. Поэтому лучше немножечко сюда как бы насыпать, чтобы было удобнее раскатывать. Расправить там все хорошо. Останнім часом все частіше дівчата відмовляються від солодкого. Але це ж так по-жіночому. Тістечка та цукерочки. По-перше, не кожна дівчина вам признається, що вона любить сладке. Тому що, як відомо, дівчатки всі слідять за фігурою. Вот, и как бы к сладкому относятся очень сдержанно. Но я не верю в то, что при этом они его не любят, да? То есть мне кажется, что все-таки все женщины любят сладкое, если они женщины настоящие. Потому что, ну, да, говорят еще, поговорка такая есть, девчонки любят марафет, но жить не могут без конфет. Так. Вот сейчас мы сделаем эти, и тогда можно уже ставить сразу выпекать в духовочку. На 15 хвилин при температуре 180 градусов. Нельзя долго держать их, чтобы они, оно, тесто оттаивает, оно тогда немножко плывет. Потому что за счет масла надо, чтобы так оно прохладненькое сделать и сразу выпекать его. Получается? Да, все отлично. Пока корзинки наши выпекаются, будем готовить крем-патиссе. Сначала нужно молоко поставить на плиту. Здесь 400 грамм молока. Наливаем его. Пожалей. Да, ставьте на плиту. Отдельно мы смешиваем два яйца. А вот плита у нас. Ставьте, да. Сюда? Да. Так, хорошо. Отдельно мы смешиваем два яйца. Два яйца. Сюда 30 грамм крахмала. Так где-то хватит. Немножко. Глазомер великолепный. У профессионала. 30 грамм. Раз так. Здорово. Так, избиваем это все. Все размешиваем. Сахарная пудра, крахмал, яйца. Крахмал и яйца, да. Вот, и когда молоко закипит, это все... Давайте. Если чуть-чуть осталось молока, можно сюда добавить, чтобы оно немножко было жиже. Оно такое будет густое, и еще туда, когда крем этот охладится, нужно добавить сливки взбитые. Вот, і все перемішала. Я би, чесно говоря, смішувала б це в блендері. А ось у часи, коли Оксана вчилася кулінарії, блендерів не було. Та й взагалі багато було складнощів. Вдома все намного проще. Вдома, да. Як захочеш, то й положиш. Це фантазія чоловіка. У мене коли-то була традиція, я на свій день рождения завжди приглашала
гостей к себе домой. То есть мы не в ресторане отмечали, вот как сейчас последние годы, а всегда я приглашала к себе домой и обязательно готовила блюда, которые придумывала на ходу. Ну, примерно как музыку я сейчас пишу, да. Точно так же я сочиняла блюда, ну вот просто по вдохновению. Почему-то в свой день рождения у меня особо этот дар просыпался, и я вот таким образом... Посмотрим, как наше молоко. Реализовывала себя, да, как творческая личность в кулинарии. Ну, в общем, как бы друзьям моим нравилось. К сожалению, утрачена сейчас эта традиция. Вот. Но я вот думаю, в ближайшее время ее опять возобновить. Потому что все-таки интересно. А не могу возобновить по причине того, что у меня постоянно в мой день рождения попадает концерт или выступление. И получается, что на кухне я уже не могу провести время, а провожу его на сцене. Вот так. Ну что, будем... Да. Будем заливати наші яйця, крахмалом, все виливати. Яйця, вилиті до молока, треба ретельно перемішати. На місце молока ставимо на плиту підсолоджений желатин, змішаний з невеликою кількістю води, і залишаємо розріджуватись. От які корзинки у нас вийшли, вони остили, їх можна витаскувати, от так, вони легко. І одразу сюди. Отлично. Слухайте, який запах. Ай, яка вкуснятина! Так, выкладывайте вот. А вот это наш крем. То, что мы заваривали, он остыл, мы его хорошо так перемешали. И взбитые сливки. Мы их все смешиваем все вместе. Мы використовуємо 30% рослинні вершки, взбиті з цукровою пудрою. Миксером перемешивать нежелательно, потому что они тогда затягиваются, и он не такой пышный крем встает. То есть это, наверное, единственное, что нельзя миксером мешать, я так понимаю. Ну, в этом да. Процессе всем приготовления. Да, так можно все. Вот такой получился у нас крем. Потом мы берем кондитерский мешок, насадочка любая, какую хотите, там уже по желанию. Чтобы заполнить корзиночку, да? Да, да. Готовите, да? Так, вот мы берем. Вот я сейчас покажу. Мы так наполняем эту всю корзиночку. Ой, здорово. Пожалуйста. Ой, красиво. Наверное, другой рукой. Хотя нет, наверное, не так. Не так быстро, как у профессионала. Но, по-моему, ничего. Давайте, вымою. Сейчас, я еще один раз попробую. Так, ровненько, ровненько держите руки. Вот так, ровненько, да. Вот. О, все, видите, как давайте. У меня другой форм. Вот, вот мы берем фрукты. Вот, клубничку. Режем, да? Ну, как... Как уже хотите, ну, чтобы было так красиво было. Вот с одной стороны делаем, держите. Клубничку ложим так по одной штучке, чтобы все фрукты положить. Сьогоднішня досить складна, тому уважно занотуйте інгредієнти і запам'ятайте порядок їх змішування, якщо захопилися ідеєю приготування корзинок вдома. Але, як то кажуть, хто не ризикує, той не п'є шампанське. Тому бажаю смачного всім, хто скоро куштуватиме корзиночки за вашим столом. Ми, може, будемо це їсти? Зовсім немножко осталось. Вкриваємо фрукти желатиновим сиропом, щоб вони трималися у купі і гарненько блищали. Коли готуєш сам, апетит почему-то пропадає. Да, це точно. Попробуєш то, в конце концов подаєш уже на стол, щоб поїли остальні, а сам уже не їш. Вже запах. Вже наєлся, да. Так, вот так. Ну и последнее, что мы добавляем мятку. Вот. Вот самую верхушечки. Можно также добавлять сюда киви, если мяты там нету или... Берем цвет, да. По какой-то причине, может, кто-то не любит, запах может не... Ну вот и все.
Наш десерт готов. Приятного аппетита. Оксаночка, спасибо вам большое. На здоровье. Мне было очень приятно познакомиться. Мне тоже было очень приятно. Надеюсь, что я хорошая ученица, я все запомнила. Я буквально сегодня же приду, все запишу. Если у меня будет время, я даже попробую это дома приготовить. Спасибо. На здоровье. Приятного аппетита всем.